Ребят, всем утро доброе. Вот молодежь линяются. Линяются. Здесь у меня замерзли. Ночью замерзли у меня. Было дело несколько дней, они замерзли. Холодно было, я сутками работал. В связи с четвертой волной пандемии. Вот. Я сутками работал. Не успел, свет отключили. Здесь замерзли в гараже. Ну, тоже здесь падеж было. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Они маленькие были. Еще. Ну, нормально. Это все породы галашея. Вот, все породы галашеи, все сыновья. У меня еще от них есть еще родители от них. От них родители тоже есть. В порядке 40 самок есть у меня от них. И 15 или 17, не помню точно, 15-17 самцов есть. Ну, здесь большинство здесь самки. Здесь большинство самки. Вот далекий, вот сдалека самец. Очень хороший самец. Его оставлю. Ну, здесь полностью все оставлю себе, чтобы не потерять линию. Чтобы не потерять кров. Очень хорошие. Им где-то 4 месяцев еще нету. 3 месяца им. Им 3 месяца. Им 3 месяца. 4 нету даже. Они детки еще. Они еще детки. Вообще малышня еще. Да вот с птичками вот ходят, вот с птичками вот. Вот с птичками они все гуляют. Вот. Корм даю. Бройлерный, ребят. Вот такой корм. Это специально, чтобы на рост пошли. Кушает очень много. Очень хорошо. И птички тоже с ними кушают. Вот. Грязно у меня тут. Вот, насыпаю сюда. Они тоже кушают птички. Птички с ними кушают. Вот с ними птички сидят. Вот, кушают. Все вместе греются. Вот. Ну, так что вот такие дела. Все, ребят. Всем огромное спасибо за просмотр. Да, у меня здесь в связи с пандемией времени не было, свет отключили. Я надеялся, то есть у меня тут пушка работает, то есть все работает, обогреватель работает. И свет вырубили. Свет вырубили. И у меня здесь тоже был падеж. Ладно. Страшного ничего. Я просто несколько суток работал на объектах, был в Москве. Не смог приехать за ними следить. Вот. Не смог приехать за ними следить. И вот у меня вот так произошло, что умерли. Да ладно, ничего страшного. У меня все равно их полно и хватает. Нормально все. Это самочки идут сюда. Здесь самочек много. Это очень хорошо. Вот. А птички с ними прям, вот птички с ними прям летают, садятся, кушают все вместе с одного, вот, с одной посуды все вместе кушают. Вот, канарь, самец, он с ними прям, они уже привыкли уже. Вот щегол тоже. Тут вообще бандиты все. Вот. Все вместе, то есть кушают, пьют. Все вместе. Никто не боится друг друга. Вот, тут такого нету, чтоб они, то есть. Да, конечно, убивали много они. Они многих убивали. Сейчас я дам вам попить. Вот. Вот такие дела, ребят. Их тоже скоро заберу. Сейчас они линьку всю закроют. Сейчас пока на улице грязно, холодно, мокро. Сейчас морозик будет. Я их туда заберу. Вместе с ними закину. Пусть они с ними будут расти.
Вот. Просто чтобы не потерять эту линию, ну, я отсюда, может быть, половину оставлю. Вот. Может быть, половину оставлю. Ну, самочек я всех точно оставлю. Самцов у меня 17 их родителей есть. 17 или 18 или 16, точно не помню. Ну, не суть. В общем, есть у меня. Да тут птички вот надоели. Птички у меня вообще прям ручные, прям рядышком все ходят. Вот такие, друзья, вот дела. Все, друзья, поддерживайте, подписывайтесь, чаще посмотрите на мой канал. Вот, подписывайтесь, вот, помогите, поддержите, вот. Так что вот такие дела. Надеюсь, с весны буду уже еще лучше, то есть показывать результаты. Оставлю в этом году больше 100 самочек, оставлю больше 100. Инкубатор есть, инкубатор 1000 яиц есть на 1000 яиц. Результаты будут хорошие, дай бог. Вот. Больше буду уделять им время. Вот самец длинноногий, вот самец. Вот самец длинноногий, молодец самец. Я его оставлю. Вот. Вот самец тоже пошел длинноногий. Да им 3 месяца еще. Они еще детки вообще. Они еще вообще пацаны еще. Вот. Так что, ребята, вот такие дела. Ну, тут оставлю всех. Тут всех оставлю. Вот, ребят. Хорошенькие, длинные сами по себе, то есть высокие. Вот голова красивая, вот она, вот. Вот этот понравился мне вообще. Огонь вообще, вот он. Вот он. Хороший. Вот он, вот. Очень хороший. И вот парнишка рядом с ним, еще мальчик хороший. Рядом с ним. Вот он. Вот он. Очень хороший тоже. Хороший. Хороший. Я сам на бои не выставляю, потому что не хочу. Пока не готов. Не до этого и желания нет на бои там, то есть свое, то есть вот это все. Вот, желания нет. Ну так, могу там отпустить, чтобы там пару раз там лупили друг друга. И все. Дальше больше не пойду на это дело, потому что я не занимаюсь такими делами. Весной привезу 250 яиц, дай бог, ребята, вот 200 яиц обещали, ребята мои, вот друзья, знакомые. Очень хорошие у меня друзья, знакомые, то есть. Вот. И на Джибулу обещал. Турецкие яйца оттуда отправить. И тоже парнишка тоже обещал к весне, то есть, привезти турецких специально для охоты и специально для боя, для боев. Вот. Привезу. И буду с тех линий тоже собирать. То есть будут иранцы, будут пакистанцы и турецкие. 3 линии будут. Иной раз гибрид буду делать, смешивать буду. Ничего страшного, гибрид буду делать. Вот. Так что, друзья, вот такие дела. Сейчас пока линьку полностью они закончат. Линьку полностью возьмут. Вот. Линьку возьмут полностью. И все. Линьку все возьмут и все. Так что вот так, друзья. Все, всем большое спасибо за просмотр. И их отвезу, линку закроют и их соберу, отнесу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.